Этого концерта поклонники народного артиста России Олега Газманова ждали с нетерпением. Билеты выкупили заранее. В зале киноконцертного зала «Панорама» яблоку негде было упасть. В этот понедельник поэт, композитор и певец приехал в Тверь с программой «Жить так жить». 50 лет на сцене. За плечами известного поэта, композитора, певца огромное количество песен, концертов, гастролей. Полувековой юбилей Олег Газманов решил отметиться своими поклонниками, организовав грандиозный тур с группой «Эскадрон» «Жить так жить». В зале киноконцертного зала «Панорама» собрались люди разных поколений, чтобы вместе с любимым артистом спеть известные хиты. Многие песни Олега Газманова стали народными. Репертуар поражает своим тематическим разнообразием, от лирики до глубоко патриотических гражданственных произведений. При этом он легко использует элементы фолка, поп и рок-музыки. Благодаря ярким мелодиям, поэтическим образам и артистическому дару большое количество его песен получили долгую жизнь. Я, кстати, посчитал, у меня примерно больше 40% новых песен. Поэтому я как бы не живу за счет старых хитов. Мне интересно новые песни петь. Они, правда, тяжелее раскручиваются на радиостанциях. Много новых артистов появляется за десятилетия, понимаете? И это нормально, это все. Но на концертах, как бы, я вижу, если вот я вижу, что старые песни не годятся по сравнению с там, вернее, не старые песни, а новые песни не годятся по сравнению со старыми хитами. Я их просто не пою. Поэтому я так из новых альбомов выбираю некоторые песни, которые хорошо проходят на концертах. В интервью нашему телеканалу еще до начала концерта народный артист России рассказал, что каждый концерт не похож на остальные. В каждом городе своя атмосфера. И только поддержка и любовь зрителя помогает выдержать насыщенный гастрольный график. Полем, свежий ветер пролетел. Поле, свежий ветер, я давно его хотел. Лучше всего принимают песни патриотической направленности, поделился Олег Газманов. Так было и в этот раз. Зал встал вместе с певцом и пел офицеров, после чего наградил артиста долгими аплодисментами.